Здравствуй, дорогой мой зритель! Очень рада, что заглянул ко мне на канал. Друзья мои, ну что хочу сказать. Главное, знаете что в диете? Правильно, вовремя уснуть. Ищу по жизни козерога, а попадаются мне овны. И причем один другого овней. Коньячок лучше идет под дичь. Сказал Сеня и включил новости. Одна блондинка другой. Я сделала себе вторую дырку в ухе. Ну и как? Теперь лучше слышно. Зачем ты умылась? Ну нормально ж ведь общались. Наступили времена, друзья мои, когда в школах на уроках информатики учителя совершенно бесплатно учатся у старшеклассников. Представила, что выиграла миллион. Мысленно так распределила, куда потрачу. Блин, не хватает. Как только в руках оказывается телефон, телевизор превращается в радио. Вась, а ты до меня за кем-нибудь ухаживал? Да, в деревне за скотиной. Здравствуйте, вы позвонили в военкомат. Если хотите служить, нажмите звездочку. Если не хотите, нажмите решетку. Узнав стоящим на палубе человека актера Ди Каприо, пассажиры в панике стали покидать круизный лайнер. У моей жены завтра день рождения, и она разбрасывает каталоги украшений по всему дому. Поэтому я купил ей журнальный столик. Люблю ее. И на этой смешной ноте, друзья мои, будем с вами прощаться. Ставьте тете Моте лайки, подписывайтесь на канал. Оставайтесь всегда на волне позитива и хорошего настроения. И всем пока!